Коллеги, добрый день. С вами тренер футбольного клуба «Родина» Филипп Александрович Соколинский. Филипп Александрович, первый вопрос, краткий комментарий по игре. Поздравляем Нефтехимик с победой. Были моменты в первом тайме, да, пару эпизодов было, где могли забивать в такой игре. Наверное, тяжело создавать моменты, когда команда обороняется, тем более, зная Кирилла Саныча давно, да, он так приверженец стиля Симеоне, так скажем, да, и у него это удается, получается, выбегать на быстрых атаках. И вот момент использовали свой, потом еще опустились еще чуть ниже, и нам тяжело давались уже во втором тайме создать момент. Поэтому игра была догола, наверное, больше так скажу, да, и воспользовался Нефтехимиком своим шансом, мы нет. Поэтому, к сожалению, сегодня у нас поражение. Несмотря на неположительный счет для нашей команды, вы довольны самоотдачей парней на поле, то, как они старались и цеплялись все равно за эту победу, которую очень хотелось? Безусловно, мы довольны сегодня ребятами, вот с точки зрения самоотдачи, да, и хороший недельный цикл провели, и не только ребятами, но и всеми теми, кто был задействован в игре, да, и тренерский штаб, да, много чего проработал на этой неделе, не только тренерский, да, медицинский, административный, всех хотел бы отметить, но чуть сегодня не хватило, может быть, везения, мастерства, да, но парни сегодня старались и в конце, да, при счете 2-0, весла не бросили, так скажем, да, и забили один гол, да, попытались еще забить второй, там был такой полумоментик, но не удалось. Но они хотели, это точно, даже при счете 2-0 это сделал, поэтому двигаемся дальше. Пожалуйста, есть вопросы? Да. Вы сами сказали, что знали, да, как будет играть Нефтехимик. За счет чего вы старались именно вскрывать оборону? Какой был план на этот матч? Понимали, что, наверное, в первом тайме будет, при счете 0-0 будет больше зон, да, и мы хотели сейчас за счет низких позиций наших латералей, да, чуть точнее поднять крайних защитников Нефтехимика, чтобы там появлялись зоны от наших инсайдов, потому что у нас их там три в этой позиции, да, и здесь, наверное, не хватило в начальной фазе подготовительной, потому что в первые, наверное, 10-15 минут было ряд ошибок, что привело чуть-чуть к нервозности, так скажем. Играли на одно касание, где надо было успокоить, наоборот, игру, чуть касание добавить одно, дождаться, пока вытянуть на себя соперника, и потом уже доставлять эту передачу вперед. Где-то вот здесь вот нам, еще раз, у нас процесс, да, чуть перестраиваем игру, чуть хотим, чтобы играли больше, с точки зрения силы, больше были на мяче. Но не все еще дается нам, но я думаю, что все будет хорошо. Еще есть вопросы? Что-то уже свое успели до команды донести, что-то поменять? Уже можно сказать, что вот ваши идеи были на поле или еще пока на багаже? Я думаю, что сейчас при таком счете тяжело что-то говорить. Да, когда проигрываешь, всегда говорят, да, какие-то идеи, там не идеи. Но я думаю, что нам удается до ребят донести их, ребята их впитывают. Да, я говорю, не все получается, потому что это не такой длительный процесс играть в тот футбол, наверное, в ту идею, которую мы хотим пацанам дать. Поэтому все в стадии. Да, но что-то уже отголоски, конечно, точно есть. Поэтому от игры к игре, наверное, мы добавляем. Но первый раз, наверное, столкнулись с такой качественной обороной, да, потому что Нефтехимик качественно очень играет в обороне, и хорошей скорости показывает, хорошо команда физически готова, и здесь им, конечно, надо дать должное.